Ну что, здравствуйте, приветствую. Мы с вами продолжаем проходить Black Book. Очень интересная игрушка. Такая человая довольно-таки. Прошу мы с вами прошлую серию довольно-таки чуть-чуть. Всем пройдем побольше. Вот. Я помню, что там в прошлой серии был какой-то большой гигант. Леша, мы с вами ворона какого-то. Он сказал, что нам поможет как-то вот. То есть он нам поможет, мы ему тоже должны помочь. Я сейчас снимем вашу серию, посмотрите, ссылочка. Сайт находится на плейлисте, по-моему, прохождение данной игры. Подсказочка, да, там сверху справа. Вот, прям сверху справа, да, в углу. Если кому посмотришь, нажимай, там будет подсказочки, спустят тебя, да, в подсказке, да. Это прошлой серии плейлист. С полным прохождением данной игры. Есть телефон, чуть ниже описания спускаешься, там те же самые подсказки. Вот, а так мы сегодня пройдем. Дальше пройдем с вами на блокбук. Нам осталось чуть-чуть вам с вами Гругайном с вами осталось 3 печати открыть. 3 печати осталось открыть. И будет финал, еще тут есть DLC, поэтому посмотрим. Поэтому за что удобнее, надевайся плетик, обязательно принять этот курс, принять билетик в пить или взять водой, приятного просмотра. А мы с вами продолжаем проходить Black Book. Опа, давай. Так, давай сначала черную книгу смотрим. Чё-то как тут. С кайфом все или что? О, вижу, у нас с тобой 4 печати, все мое. Это понятно. Так, что вот здесь у нас с тобой? Наверное, вот здесь что-то, да? Опа, понятно. Подожди. Понял. Ё-моё. Да. Просто почему я их отправляю куда-то? Смотрите, видите, если я их не буду отправлять, мне будет минус один щит, к словам защиты, да. Минус 4 хп будет сразу же, когда я в бой буду вступать, да. Минус один урон, к словам, с урон. То есть нужно их в любом случае отправлять. Ну, не всех, конечно. Все, этих я оставляю, они тоже нормальные, более-менее. Так, ладно. Что у нас здесь с тобой? Опа, сюда. Так, ладно, это мы с тобой посмотрели, погнали посетителей смотреть. О! А ну-ка, отворяй! Это я, Анисья Ивановна. Не боюсь тебя, ерекница бесноватая. Ну-ка, чё, перекиши свои выпчила? Это ты, Витя Васька проклятошая. Ся нельзя про тебя говорить, так? Змеище тебе в шаре окаянное. Говорят, векша ты. Чего? У, в петле тебе гореть, девка непутевая. От ее громких криков трясутся все крынки на старых полках. Кажется, Анисья Ивановна не скоро успокоится. Ты че? Не, давай дослушаем. Головенку-то покрой, колдовка эткая. Чтоб тебе неладно было, дрянь ты московская. Только кто слов дурное скажет, так вы ухвать, бесовские проводницы. Ну что с того с деревней разом-то сказано? У красного угла, у все с книжкой своей мерзотной. Управы на вас нет, киловяз безбожная. Из таких, как ты, мы тут и прозябаем в тумане этом. И не растет ничего, ведьма ты казенная. Некоторое время Анисья продолжает в том же духе, но в итоге ее покидают силы. Она сплевывает на пол
и выходит из вашей избы. Не, ну... Ладно. Следующий. Ух ты! Анисью на входе встретил. Лютая баба-то, о! Да уж, знатная. Вот та, Василиса! Бог в помощь! Здорово, Василиса! Вот тебе, насобирал я орешков да ягодок. Помогай, Господь! За гостинцы спасибо! Ну, как вот там на перекрестке? Я сегодня бессонный был, всю ночь ждал, так... Была на перекрестке, отведывала. Да не ваше это дело пока. Это как не наше-то? Вы-то знаткие, да не такие, чтобы с лесом праведным водиться. Я сегодня дальше пойду отведывать. Ну, собираться мне пора. Как известия будут, расскажу сразу. А пока спите спокойно. Озадаченные мужики выходят в сени и осторожно затворяют за собой дверь. Следующий. Здорово, Василиса. Бог в помощь. Я тебе завтрак принесла. Марфой меня зовут. Я тебя из окна приметила вчера еще. Ты Галину отведываешь? Так давай. Я мешать-то не буду. Помочь хочу. Думаю, знаю, где она быть-то может. Ильва у нас тут. Речка. Я у мосточка была, видела, так... Стояла она в белом всем по ту сторону. Чистая правда. Батюшка Бог, истинный Христос. Я кричу ей: «Галя, Галя!» От нее ответа нет. Стоит, не шелохнется, и лица не видно. Меня озноб взял. Страшно, ей-богу. Обратилась, нет ее. Хорошо, буду там, посмотрю на тот берег. Ой, спасибо, вызволительница ты наша. Завтра ты расскажи, что было. Расскажу, давай. Ох, Василиса, спасла ты мой товар. Эти ткани, ты знаешь, сколько стоят? Ох, батюшки, спасибо. Особо-то нечем расплатиться. Вот хлеба возьми, хоть краюху пшеничного. Не то, что тут едят, в немзе этой поганой. Ну, благослови тебя, Господь. Так, ладно, погнали в путь сразу же. Так, а куда нам? Куда? Что? Куда? Куда? Вот сюда погнали, все. Ну, пришла, прикинь, первая, просто бабушка взяла, блядь, обругала зачем-то, просто, ну... Немзинцы расходятся на полевые работы. Одни сторонятся вас, осторожно переходя на другую сторону улицы и закрывая ставни. Другие смотрят с надеждой и шепчут молитвы. Вы отходите от деревни и попадаете на пепелище. Недавно местные сожгли возле села лес, пытаясь остановить его рост. Вместе с тем они подготовили плодородную почву для последующих посевов. Ну, вот следующих посевов. На пепелище часто селятся окаянные. Не хочешь ты прочитать, нет? Под ногами похрустывают угольные останки елей и сосен. Вы не удивляетесь, когда обнаруживаете, что яростное пламя пожара привлекло нечистую силу. Ебас, кики. Так, что у него там? Да. Поняли, в него сразу же. Давай вот в этого. Бам, нахуй. 17 будешь, да? Ну, 17, я правильно понимаю? То есть, ну, реально 17 хочешь, реально? Реально? Ты не шутишь, мальчик?
Раз, два, три. Ну это язычный. Да, это язычный. Ну, а, заряд сделал, ну ладно. На, 10 хп еще будет прибавлять себе. Мальчик, ты куда? Куда ты? Куда ты? Бам, ёпты. Это все, блядь, вот поговорили. Идем next. Выполнив все необходимые обряды, выступаете под полог леса. Снова кажется, что кто-то за вами следит. Покрепче сжав книгу, вы продолжаете путь и вскоре замечаете просеку по левую сторону. Похоже, деревьев там поменьше. Лесная же дорога полна теней и мрака. Идти здесь действительно чуть легче, и вам удается немного перевести дух. Вы размышляете о деревьях, стоящих безмолвной стражей по обе руки. Как долго они берегут эту старинную рощу? Держите, ребят. Так, ладно, let's go. Вот сюда, наверное. Лес подступил вплотную к глухой вильве. Туман закрывает тот берег так, что видно только самую его кромку. Вдруг на той стороне кто-то затягивает печальную песню. Вы смотрите по сторонам и не замечаете моста поблизости. Какой путь? Вы осматриваете берег в надежде, что один из рыбаков оставил свою лодку, и вам улыбается удача. Но сколько вы ни пытаетесь достичь того берега, вам это не удается. Остается только бросить попытки. Ледяная вода обжигает, как раскаленные угли. Вы делаете несколько шагов, но понимаете, что не сможете переплыть реку. Ну и ладно, блядь. А, точно. Держите, ребят. Сейчас. О. Так, что у нас? Вызвал дальше. Этот лог пользовался дурной славой у немзинцев еще до того, как их деревню увел леший. Крутые склоны теряются в молочной дымке, которая по-прежнему не покидает местные леса. Тем не менее, вы слышите какой-то шелест, доносящийся снизу, словно течение дальнего ручья, и видите впереди силуэт большой ели, возвышающейся над другими деревьями. Не-не-не, покину, блядь. Ну его нахер. Весь здешний лес кажется одинаково угрюмым, даже эта березовая роща. Среди деревьев особняком стоит раздвоенная береза. Старый ствол покрылся грибами и пульсирует странной колдовской силой. Вы нащупываете что-то твердое и достаете кусок черствого хлеба, в котором запечены волосы и... обрезки ногтей? Это явно жертва лешему. Фу, бля. Ну ладно. Ну ладно. Так, погнали.
Так, секунду. Бля, Джок застопилась, да? Вы следуете своему чутью и, кажется, приближаетесь все ближе к тому дереву, про которое говорил ворон. Здесь гуще растут деревья и сильнее ощущается присутствие нечистого. Ветви растут все плотнее, наконец и вовсе закрывают путь. Вы шепчете заговор, и перед вами предстает результат лишачьего колдовства. Так, давай осматривать символы. А, стой, подожди. Опа, сюда. Эти колдовские замки точно не человек делал. Колдовство спутанное, но мне под силу. Каждый охраняется, небось. Эти колдовские замки точно не человек. Вы осматриваете лишачьи символы. Бес закрыл дорогу тремя замками. Не сняв эти затворы, дальше не продвинуться. Вам по силам распутать заговоры нечистого, но наверняка каждый замок охраняют его подручные. Вы осматриваете лишачьи символы. Ну, погнали. Круг начерчен. Вы шепчете потайные слова, чтобы открыть следующий замок. Лишачья стража не заставила ждать. Так, а что у нас здесь добавилось-то? Опа. Поехали еще. А, ты один, мальчик? Реально? Ой, стой, куда? Больно. Так, и что ты будешь? Да? Давай вот так сделаем. Нихера, смотри. Видел? Да, расскажешь. Что ты там будешь? А, я еще могу. Просто вил кольцо огненное кидаю, нормально. Да, мальчик, расскажешь. Так, а где у меня эта тема, которая... Сюда. Погнали. Бам, опять кольцо огненное. Видел, что могу? Смотри, видел? Бам, ё-моё. Бам. Значит, очень простые пока что. Очень простые. Но, думаю, босс будет сложный. Очень сложный. На три. Да, вот это. Первый замок открыт. Вы переводите дух и готовитесь открыть следующий. Круг начерчен. Вы шепчете потайные слова, чтобы открыть следующий замок. Лишачья стража не заставила ждать. Что, двое здесь будут? Ну, я примерно и думал. Так, 20, да, они? Mm.
Давай вот так сделаем. Сколько у них там хпшки? 55-55. Ну давай так сделаем. Чисто сейчас уйдем в сейф чуть-чуть. О, нифига, что такое? Угу. Да, будет больно сейчас, будет больно. Так, let's go. Сразу же, моментом. Бамс. Чё он? А, один с хп будет устанавливать. Добрый вечер. Так, 23, да, нам нужно. Так, сюда. Блин, а щиты у меня, конечно, нет почти туда, ничего, каких карт. Да, у меня карт нет, никаких этих. Короче, у меня нет тут карт, мало карт, то есть у меня на щит. Очень мало карт на щит. Чё он будет делать-то? Да? Погнали вот сюда. Да, вот объем уже. Просто чтобы было. Все, минус он. Так. Давай, 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 восстанавливай хп себе. Восстанавливай, восстанавливай, мальчик. 11. Тебя умоляют, что тебе ББ. Покедово. Пока, 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 мальчик. Реально пока. Ну реально пока. Ну реально, реально пока. Все, давай. Реально пока. Ну, вот, почти пока. 12 хп у чела осталось. Давай. Давай, давай, давай. Бам. Бам. Ну и все. Ну все, 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 пока. Второй замок открыт. Остался последний. Давай. Круг начерчен. Вы шепчете потайные слова, чтобы открыть следующий замок. Лишачья стража не заставила ждать. Все трое, да, будут трое. Ух, нику! А, он один. 90? Бля, мальчик, реально? Ты реально такой? Не шутишь, ты реально? Давай вот так сделаем. Давай вот так, все, ладно. Ой-ой, куда? Куда, подожди. Ну, в принципе, давай регенерацию еще все фигнем. Чтоб, ну, просто чтобы было на... То, что будет дальше бить нас, я думаю. Сейчас будет сложненько, кстати, реально. Угу. 125. Два хода у нас есть. Он 125 будет бить. Не, давай вот так сделаем. 100%. Что у нас с тобой здесь есть вообще? Раз, два. Три. Два хода у нас с тобой. Этот кружочек с цифрой 2. У нас тут два хода, чтобы сделать все как надо.
Так, один ход. Ластовый сейчас ход у нас с тобой. Блин, жалко мне не то, что поглотит урон. Жалко нету. Негативный статус только поглощает у меня, если все. Блин. Бля, что же делать? Подожди. Ну, это на 5 снизит, нам не нужно. Нет смысла вообще никакого. Он сейчас мне за этого это все. Да, пробуем вот это. Вот это. Нет. Нет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да, пробуем вот так вот еще. ББ мне, короче, все. Пресс F, ребят. Да. Подожди. А что у нас там с тобой по книге? Я просто вспомню, у меня там были такие вроде как. Вроде как у меня были такие. Да, посмотрим, что у нас здесь с тобой. Увеличивает, снимает негативный статус. Вроде была тут карточка, которая уменьшает ему этот урон. Вот, снимает, ну, снижает урон на 5. Блин. А здесь нету? Агу, я помню, где-то здесь был вроде такой. Блин, в щиты что ли все фигануть? Правильно. Да что другого я ничего не знаю. Блин, ну я даже не знаю реально. Попробуем так сейчас. Если ничего никак, то давай я тогда заново разложу все карты в книге, да, вот. Быстренько это сам сделаю и, собственно, попробуем с тобой снова. Это, конечно, тебе покажу, я покажу тебе еще, что я выберу туда, но, блин, это, конечно, жесть. Жалко, вот, жалко нет у меня сейчас тут трав таких, которые, понял, поглощает урон. Я просто их все использовал. Помнишь, там был один... как называется-то? Короче, были травы такие, помнишь? Где? Короче, которые ты используешь, и они поглощают урон. Прям весь.
Здесь, конечно, будет сейчас жестко. Ну ладно, давай погнали, сейчас быстренько его прям фиганем. Бамс. Раз. Два. Три. Так, вот 90. Мы можем это, 90 сейчас, мы можем это убрать сейчас спокойно. Это хорошо. Где оно? Все, мы уничтожили тебя, все. Угу. Блин, ключиков 2 всего лишь, да? Мы можем как сейчас? Вот так сейчас можем сделать. А что это, подожди? Ну, погнали, вот так вот сделаем сейчас. Вот так вот и вот так вот. Один ход остался у нас. Вот сейчас ему нужно очень сильно фигануть на слабость, да. Подожди, у меня здесь нет ничего. Допустим, с глаз на него скинем. Давай вот здесь вот еще. Вот это мы фигачим сейчас сюда. Ну, попробуем. Ну, не-не-не, все равно проебали. Да-да, все равно проебали, бля. Он 102 уже, видишь, наносит. Давай-ка я еще раз, давай, окей, давай сейчас быстренько книгу переложу. Все карточки сделаю, все как удобно, да, и мы с тобой продолжим. Так. Thank you.
Так, ну я сделал все, смотри. Да, покажу тебе сразу же. Я сделал все. А, не могу, бля, ну ладно. В общем, теперь тут другие карточки. А, не понял, больше, наверное, идут в щиты. Но я тут добавил, чтобы можно было, понял, его не просто уроном фигачить, а чтобы можно было ему накинуть слабость жесткую, да, чтобы урон у него пониже был. Вот, поэтому как-то так, как-то так. Давай сразу закинем себе реген. Сразу же, моментально, бамс. Так, погнали, раз. Два. Ну и давай вот так сделаем, и вот так вот. Мы, конечно, ему меньше сняли хпшки, у меня побольше хпшки осталось. Так, теперь что мы делаем? Мы ему уничтожаем это. Дальше. Что мы делаем еще с тобой? Угу. А что у него там? А еще бы знать, что у него там понижение, повышение, да? Блин, вот это было бы классно, снимать положительный статус у него. Поехали, два. Три и четыре. Один ход. 104. 105, да? То есть мы можем, смотрите, вот сейчас сделать как. Рискнуть. Либо уйти в сейф жесткий. Я сейчас что и сделал. Я уйду сейчас в сейф. Прям максимальный. Блин, мне даже броню даже, чтобы накинуло мне, да? Найс, найс. Не, слушай, ты хорош, ты хорош. Ну, блин, получается, нам осталось только с тобой вот так вот сделать. Уйти в сейф максимальный. Два. Три. Да, попробуем так вот. Бля, нам не хватит, бля, нам не хватит. Нам не хватит. ББ. Ну это пропустим его, ладно. Пух, пропустим его. Вот, смотри, что я сделал. Вот, смотри. Все накинул такие темы себе, видишь? Вот. Карта у меня сейчас. Ай, не могу пропустить даже, прикинь. Ну ладно, повторим сражение.
О, трепка. Нет. Минус 5. Мари, мы можем снять с него это все дело, да? А можем закинуть себе. Не, ну нам 100% надо ему снимать. Вот, снимаем. Накидываем ему сюда это. Бэмс. Как будто бы хуйню, да, сделал какую-то. Ну, 125, блядь, если на заебись еще. Ну, панель, давай, ладно, в сейф идем максимальный. Получится, я не знаю, получится или нет. Всем ББ. Нам все равно, капец. Нам ББ все равно. Блин, я не понимаю, я реально не понимаю. Давай сейчас еще раз попробуем, ладно, похуй. Давай еще раз попробуем. Если сейчас никак, пропускаем и все. Потому что тут трав нету, понял, который понял. Как прям помнишь, были травы, которые можно кидать по КД ему противнику. У него будет снижаться вот урон, жестко урон будет снижаться. То есть можно удваивать все это дело. Я так с каким-то боссом или с каким-то вроде в каком-то сражении так делал. Прошлый или позапрошлый так делал. У меня закончились трава, а купить их, видишь, негде пока что. Поэтому. Что? Что, блядь? Мальчик, ты чё? Оборзел? А вот видишь, даже нету того, что нету, ну, трав, которые, видишь, мне дадут щиты. Я не знаю реально, что делать. Давай вот так сделаем. Но это все равно мало. Заебись. А почему он бьет-то меня? Что за хуйня? Что за хуйня? А все, у меня тут, ну... Я сейчас проебал, в курсе? В курсе я сейчас проебал? Курс, что я сейчас проебал? Да, чел. Какой-то ты странный чел. Поехали, раз.
Давай, 3, ёпта. Ну и лучше вот это 4, Ну на один, блин, она увеличит на один, да? Нет смысла вообще никакого. Проще вот так сделать даже. Но в целом можно ему, кстати, его добить, как будто бы, да, как будто бы можно. Но это не так, блин, ну тут не то вообще. Не, пизда нам. ББ, ребят. Пресев. Пресев. Хорошо, Тор, давай вот на это попробуем. Давай, 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 давай. Нет, я еще раз попробую. Я еще раз, я не сдамся просто так. Что ты мне по 25, да, будешь там бить? Давай, удачи. Бамс. Бамс, давай, давай, давай. Блять, я броню снял, попадал бы. Ну ладно. А, ты сейчас будешь это, да? Куда ты? А что ты хочешь? Что ты хочешь делать? Что ты? А что ты? Что ты? Что ты хочешь туда? Блин, на один увеличиться нет смысла вообще. Вот. Сюда. Сюда. Ну хуйню сделал, ладно, похуй. Блядь, хуйню сделал. Ну, видишь, проебу, я мог выиграть. Мог выиграть, ребят. Мог выиграть.
Ну все, баба. Блин, 96, ну блин. Хер узнает, давай ладно пропустим. Че ж делать? Да, пропустить сражение. Что? Не понял прикола. Последний колдовской замок спадает с лесной чащи. Вы чувствуете, как земля дрожит от уходящего колдовства. Блин, просто трав, понял, не трав тех, которые вот можно накинуть, ему просто ему накинуть слабость жесткую, да, чтобы у него просто урон ушел просто вниз жестко. Вот нет этих трав, и нет трав, которые мне будут типа надо удваивать там, да, щиты добавлять. То есть нет таких трав, к сожалению. Надо будет их купить 100%. Были бы они, я бы сейчас сидел, просто не сражался дальше. Но, к сожалению, ребят, нету. К сожалению, нету. Поэтому пропустим этот раз. Ничего. Подожди. Что это такое? Так, трава, я вижу сразу же. Бэмс. Сразу же бэмс. Сюда. Знахарка. Огромные корни. И будто живые. Вот и сейчас, словно двинулся один. Огромные корни. И будто живые. Среди корней лежит женщина в немзинской одежде. Она тяжело и прерывисто дышит. Вокруг деловито ходит ворон и нетерпеливо поглядывает на нее. Анисья, это ты? Я не проклинала его! Подожди, успокойся, помогу тебе. Вы шепчете заговор, и женщина начинает дышать ровнее. Теперь ее жизни ничего не угрожает, но она теряет сознание. Что с ней? Уморить ее пытаешься? Если б я Галину твою хотел уморить... Я бы тебя сюда не привел! Тарр! Ты хорошо сделала, что никому в деревне обо мне не сказывала. Спасла бабу. Так бы ее уморила! Тот, кто в деревне, их ворует. Тарр! Что ты хочешь сказать? Крестьянин какой-то виноват? Лисак, обернутый в немзе, мужиком или бабой. В немзе! Тарр! Если это лес честной ее забрал... Почему он не явился на перекрестке? А я тебе говорил уже, спит леший, спит, туманно храпит. Остались только дети, а жены его уже давно разбежались. Кто в Пермь, кто в Кудымкар, кар, кар! Галину эту немзинскую и других без числа уморил лешак, сын его! Как мне найти этого перевертыша? Смотри в оба глаза. Подмечай. От знаткого лешему не укрыться. Я его от людей не отличу. Не под силу. Только ты справишься. Кто такой? Что за птица говорящая? Не поняла еще? Так в срок все поймешь. Как лешака одолеешь. Узнаешь, что за птах. Как? Как? Что это за ель-то такая? В лесу есть несколько очень старых деревьев. Это одно из них. Возле самого большого и древнего спит леший. В самом центре леса, в самой чащематице. А у таких деревьев поменьше. Лешим охотники дары оставляют. Блин, надо бы реально найти сейчас купца. Почему деревня затерянной стала? Лешак тот виноват. Не знаю как, а смог он утащить всю немзю. Сила у него
стала большой в один день. Теперь всем глаза отводит. Не выбраться! Кар! Мы справимся вместе. Одолеешь его, и деревня освободится. Воскреснет из праха! Кар! Но нужно его найти! Нужно! Нужно! С чего ты взял, что я помогу? Мне нужно выбираться отсюда. Хочешь выбраться? Тогда поможешь. Иначе не выбраться. Нет! Потолкуй завтра с Немзинскими. Ты уже его встречала, я чувствую. Вы знаешь, кто из них лишак. Выводи на чистую воду. Так его и одолеем. Да смотри, не ошибись. Выбирай с головою. Хорошо, хорошо. Последние слова ворон произносит, уже расправив крылья. Миг, и он исчезает, словно его и не было. Это мы сделаем с тобой в следующей серии. 100% серия так уже длинная получилась у нас с тобой. О, блин, надо купца найти, 100% надо купца найти. Ворон думает, что виновный в пропажах среди деревенских. Мол, встречалась я с ним. Кто же это может быть? Марфа? Филимон? Ефим Охотник? Анисья! Старая ведьма наверняка замешана! 100%. Уж я найду этого лешего! Мне печати надо отворять, а не в глуши этой торчать! Сколько уж прошло? Полсрока? Как там он? На мытарствах, наверное. Ничего, лешего выловлю и печать заставлю отворить. Время еще есть. Филимон пастух, значит, с лешим знается. Ефим тоже с лесом дело имеет. Охотится так. Да и дорожку я видала. А как разузнаю, можно и мирскую сходку собрать. Собрание крестьян для обсуждения общинных нужд, событий и вынесения решений по разным жизненным вопросам. Нужно расспросить местных, что они друг о друге знают. Может быть, тогда и удастся найти лешака. Не мог он незаметно тут прожить. Ну, за дело. Давай с тобой сделаем это в следующей серии. Спасибо за просмотр. Какая серия была? Блин, я говорю, надо найти купца, 100% найти купца. Купить у него трав очень много, да, которые будут нам усиливать с тобой и броню, и слабость накидывать, да, на противника. Для босса, как минимум, да, хотя бы. Нам надо много всего это накупить. Вот, и, наверное, купить еще какие-то нам с тобой нужно, типа тотемчиков, не тотемчиков, не знаю, как называется. Вот, чтобы где. О, нет, минус нет, ничего. Где оно? Чтобы вот сюда, короче, усилить нам с тобой, наверное, хпшечку. Давай вот вместо вот этого, наверное. Вот, надо вот эти еще предметы купить нам с тобой какие-нибудь, да, прикольные. Вот, чтобы было хорошо. Давай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.